ты к чему, Миру? Вот ты к чему, Миру? Ходи сюда. Вот ты к чему, Миру? Василий. Да вот ты к чему, Миру? Иди сюда. Вот ты к чему, Миру? А что такое Чемер? Да, как хочешь, так и понимай. Чемер это черт? Не знаю. Ну а что такое? Подь ты к Чемеру. Ну, поговорку подхватил и все, подь ты к Чемеру. А за что ты меня послал? Я не знаю. А за то, что это. Насмехаешься надо мной. На кулаках в Царство Небесное не загонишь. А что, это я бью? Да было дело. Покажи синяки. Синяки. Что, на синяков хочешь? А что, я тебе... Ну давай, левую подставил, вправую бей. Ты сегодня ко кресту подходил? Ходил. После богослужения. Сегодня после богослужения ко Христу подходил? Ну, это мое дело. Вот. Не подходил, я думаю. Потому что я раньше тебя подошел, прошел, и ты, смотрю, тебя нету. Ты куртку снимал. Ну, я приложился к Библии, к Иисусу Христу, к ногам и все. А ко Христу почему не пошло? Твои глаза подними. Ну, запамятовал и все. Ну как? А как можно запамятить, если вся церковь идет и ко Христу подходит? Ну, смятение духа и все. Смятение духа. Вот. Я... Когда ко кресту подошел, смотрю, это я тебя по спине-то похлопал, что ты делал? Да я бы на это не обратил внимания, а ты что-то это... Я не знаю, что ты спросил. А я обратил. Ну, что ты обратил внимание? А? Я не понял, так и не понял. Что ты обратил внимание? Ну, я тебя по спине постучал. Постучал. Ты что делал? Ну и дальше что? Ну, я взял куртку не свою. Зачем? Ну, по цвету тоже в смятении духа. Смотрю, серая, взял ее и все. Ну, а потом на улицу вышел, смотрю, не моя. Ну, а обратно ее занес. Ну, видать, Господь не отпустил меня от стерки. Еще раз, говорит, зайди. Ну вот, и все дела. То есть ты одел чужую куртку? Я не одевал ее. Я нес в руках ее. Ну, на улицу вышел, смотрю, не моя. Ну, видать, Господь меня раньше времени отпустил. Ну, говорит, зайди еще раз в церковь. Ну, я зашел. То есть все люди подходили ко кресту. Ну. Ты взял чужую куртку в этот момент и вышел, ну, из храма. Ну, смятение духа. Что значит смятение духа? Ну, ты перевернул мою душу и все. Ну, мы стояли в храме, молились. Ну, вместе как? Я отдельно молился. Я в правом проделе молился. Ты в левый продел женщинами стал. Ну и дальше что? Вот, потом я тебе постучал по спине, говорю, пойдем там. Ну, я ушел. Ты ушел рядом. Но. Потом поп тебя полуобратно в левый продел поставил. Но. С женщинами. Ну, это же не ты. Он понимает. Поп понимает. Что это людей много. Иди, говорит, это там свободное место. Ну а когда. Ну я подошел, там, правда, свободное место. Ну, передо мной это цветочки внизу, а вверху свечки. Ну, а вот, свободное место. А зачем ты в левый-то предел пошел? Так сказал батюшка.
Ну а перед этим-то я тебе сказал, в правый предел нужно идти. Мужчины справа все стояли, там одни женщины. Ну, батюшки виднее. Батюшки виднее. А батюшка тебе сказал чужую куртку взять и вынести из храма? Да нет, Господь видал. Это... Господь тебе так на молитве сказал, да? Смущение духа. Смущение духа. Ну, то есть я смутил твой дух, ну, ты взял чужую куртку. Ну, я лежу серая, но я ее подхватил. Смотри, и... я когда подошел к тебе, ты снимал куртку чью? Я снимал чужую куртку. Чужую куртку? Ну. И в руках у тебя, которую ты с храма занес, тоже была чужая. Ну. Две чужих куртки. Ну. Серых. Ну. А твоя где куртка была? Ну, моя у самого основания. У самого основания была. У какого самого основания? Ну, я первый ее повесил, как зашел в церковь. Первый ее повесил. Нет. А вот. Потом на нее повесили еще двое. Ну и что? И в чем вопрос? Вопрос в том, что когда я увидел, что ты снимаешь куртку серую, ну, в руках у тебя была тоже серая, ну, куртка. Ну, тоже была серая. Ты с этой курткой зашел? Ну. Она чужая. Ну, далее, давай. Потом ты эту куртку чужую, ну, надел. Ну, далее, давай это. Потом ты эту проворачивай быстрее. По эту куртку чужую надел. Ну, я не надевал ее. Ну, ты сказал, две чужие куртки были. Я не надевал ее. Ну, как? Она, ну, в руках она была, я вышел. Нет, после. Ну, а потом, как вышел на крыльцо, смотрю, куртка не моя. Видать, Господь меня вернул в церковь. Говорит, зачем ты рано вышел-то? Давай, заходи. Ну, я зашел, снял куртку, которая это мешает на крючке. Снял подмышку и свою взял. И далее что? Нет, ты которую куртку снимал, а она была твоя или не твоя? Вот которая. Так она мне мешала снять свою. Я ее первую повесил. Я ее первый повесил, как зашел. Вася, ты не... Как я в храм зашел, я ее первый повесил. Там ни одной не было. Понял? Дошло до тебя. Я как в храм зашел, я ее первый повесил на крючок. Хорошо. Крючок был пустой. Пустой крючок. И на мой крючок повесили еще двое. Так. Ну. Ты, когда люди пошли все ко кресту, ты... Почему чужую-то куртку взял, если она у тебя отдельно висела? Как она отдельно? Ну, я говорю, ты говоришь, что на моем крючке я первый повесил, как пришел. Первый? В церковь, как пришел, первый повесил. Угу. На мой крючок еще двое повесили. Так. А мне, чтобы взять свою куртку, так, надо снять две этих. Понятно. Ну и все. Ну, а в чем вопрос? Ты две куртки снял. Ну, и свою взял. И свою взял. Ну. Это когда уже при мне было, после того, как я тебе... Ну, а в чем вопрос? Ты их не снял. Как не снял? Ну, так не снял. Ты одел ту куртку, которая у тебя была в руках. Я не одевал ее. Но... Зачем я ее буду одевать, если я на крыльце увидел, что она не моя? На крыльце я увидел, что она не моя. А я зачем ее буду одевать? Куда ты ее дел? Вот сюда вот. Вот. Она... И вторую взял, снял, чтобы свою-то взять. Угу. Эту сюда, чужую, угу, повесил. И потом свою взял. И что далее? Я когда тебе подошел сзади, угу, ты пытался снять две куртки. Синюю и серую. Ну. Я тебе похлопал по плечу. На плече у тебя куртка чья была? Не на плече, на локте вот. Да, на локте. Чья была куртка? Чужая. Чужая. Ну. Вот. Я потом куртку свою снял. Ну. Ты эти куртки не снимал, их снял я. Я тебе сказал, зачем ты берешь чужую куртку, когда у тебя своя так на локте. Так она была у основания, чтобы свою взять, вот эту свою. Я должен эти две снять. Кстати, до тебя дошло? Понятно. Ну все. Ты их снимал? Снимал. И... Нет. Снял их я. Ну так ты, если мне не дал их снять. Так,
Да. Ты только что сказал, что ты их снимал. А сейчас ты говоришь, что я их не дал тебе снять. Ну, не дал снять. Хорошо. Ты их снимал, но не снял. Ну. Не снял. Ну. И далее что? Хорошо. Куртка у тебя на плите чужая. Но вот на плече, тут на локте она была. На локте. Ты ее после того, как я не дал тебе снять, куда дел? Ну, свою взял и повесил. Нет, вот эту, которая на локте у тебя была, куда ты ее дел? Я говорю, свою снял и повесил на этот же крючок. Ты ее, вот эту куртку, которая на плече, ты ее одел. После этого я говорю, зачем ты чужую куртку берешь? Я ее не одевал, ты что, смеешься что ли? Ну, Вась. Если я пришел, на крыльцо вышел, смотрю, не моя куртка. Да ты на крыльцо... Ну, я в церковь зашел, но я зачем ее буду одевать-то? Ты что, гонишь гусей погнал, что ли? Я не пойму. Ты что, гусей погнал, что ли? Ты вот эту куртку, которая на плече, при мне одел. Ту куртку я тебе... Я ее не одевал. При мне ты ее одел, Вася. Не одевал я ее. И ты я сейчас вот, врешь. Вот я на локоть ее сюда вот. Ты ее с локтя. Положил на локоть. Когда я тебе сказал, зачем ты снимаешь чужую куртку? Ты вот эту куртку, которая на локте одел, она была твоя. Я не одевал. Ты ее снял раньше. Я ее не одевал, тебе говорю. А куда ты ее одел? При мне ты ее не весил. Выходили мы. Ну повесил вот. Попытался снять вторую куртку, ну ты мне не дал. Ну, я не знаю. Я тебе не дал. Ну, если я свое тебе... дело делаю, смотри, а зачем Вась. Ты в мое дело-то лезешь-то, а? Ты зачем в мое дело лезешь? Ты что, гусей погнал, что ли? Если я что делаю, ты зачем поперек батьки в пекло лезешь? А? Чего, гусей погнал? Та куртка, которая у тебя была на локте, при мне ты ее надел. Те куртки я две. Я ее не надевал. Те куртки. То, что я вышел из церкви, смотрю, куртка не моя. Ну, пошел я ее... На место повесить. Ты ее одел, Вася, на себя. Ну, это была твоя куртка. Надевал. И из церкви ты не выходил. Признайся по-хорошему. Гусей, Серега, не гони. Ну а как, Вася? Я тебе сказал по плечу, зачем ты снимаешь чужую куртку, когда у тебя в руках твоя? На локте висела чужая куртка. То, что я пришел... Да ты ее при мне... С крыльца пришел. Я тебе не дал... Это не моя куртка. Зачем я ее буду надевать? Ты что, гусей гонишь, что в самом деле-то? Я вышел на крыльцо, смотрю, не моя куртка. Ну... Это была твоя куртка. Я захожу... Это... Захожу... Ну... Ну, хорошо. Чтобы свою взять. Так. Я тебе брать не даю твою. Ну а зачем ты поперек моего дела стал? Вот. Я тебе... Это мое дело. Хорошо. Это мое дело. Твое. Как мне одеться? Ты зачем поперек батьки в пекло лезешь? Затем, что я смотрю, что твоя куртка висит у тебя на плече серая. Ну серая это серая. Не моя. Моя вот она на основании. Я первый зашел в церковь. Ну, хорошо, твоя, ладно. Она висела на основании. Я снял. А ты мне помешал ее снять? Я тебе помешал ну, снять. Ну, ты помешал мне снять ее. Помешал тебе ее ну, снять. Ну, а зачем поперек батьки в пекло лезет? Ну. Это дело мое одеться. Ну, ты перепутал, хорошо. Ну. Перепутал. Я снимаю. Ну. Я тебе не даю эти две куртки снять. Ну, а ты зачем поперек батьки в пекло лезет? Ну, прости. Ну, еще. Ну, смотри. Я теперь... Я-то видел, что ты куртку одел, которая на плече у тебя была. Я видел, Вася. Ты что, гусей гонишь, что ли? Ну, гоню гусей. Ну, а ты, вот те, ты же говоришь, что те две куртки, которые висели, твоя и моя, рядом они висели на одном крючке. Я тебе их не дал снять. Ну, почему не дал? Потому что, я говорю, зачем ты их снимаешь, когда у тебя там куртка?
Так куртка-то не моя, я ну, а значит, она ну, у основания висела. Ну смотри, ладно. Ну и что? Хорошо, с этого зачем момента... ты в это дело? Смотри. Мелкотравчатый ты вообще, я не знаю. Что? Мелкотравчатый. Что такое мелкотравчатый? Ну, это... Травяными делами занимаешься, мелкими. Не понял, объясни. Ну, мелкими делишками занимаешься, которые это вообще тебя не касаются. Ну, я когда смотрю, ты тянешься, хочешь снять две куртки, там среди них моя. Я тебе постучал, говорю, ну, зачем ты? Ты одел вот эту куртку и вышел. Ну, вот это вот моя куртка, вот, ну, в основании висела. А вторая чья была? Не знаю. Ну и все, а в чем вопрос? Ну я-то свою снял. А где она висела? Ну вот где две вот эти? На соседнем крючке? Они на одном крючке висели. Серая куртка и моя, которую ты хотел снять. Эти куртки две снял я. Ну, вот у основания моя куртка висела. Ну вот я и хотел эту куртку снять. Свою. Твою и чужую. Хорошо. Ты их снял? Ну ты мне не дал, я не знаю, почему ты. Ну, значит, я тебе не дал снять твою куртку. Ну. И ты. Ну почему? И... Ну, не ну, видать, дал. Я твою снимал. Ну так я снимал-то, чтобы свою взять. Ну, я тебе не дал. Дальше что? Ну и все. Ты без куртки без своей пришел домой? Ну, и вроде ты снял и подал мне. Я уже не помню, что было. Не помнишь, да? А я помню, Вася. А что было? Я свою куртку снял. Ну. И повесил ту, которую это повесил на место. Потому что та была на плече у тебя. На ну, лавке. Чужая. Ты чужую куртку надел. Как я не надевал ее. Вот она висела у меня вот тут. Куда ты ее дел? Ну, ты тебе передал, ты мне не дал. Да мне она зачем чужая куртка? Я свою взял. И все. Ну, а свою что? Взял, ну я потом... А твою повесил? Ну, я свою потом взял. Ну, и эти повесил, и все. А, так дело было. Ну. А кто из нас раньше вышел из храма? Ты или я? Да, это вопрос, я не знаю, я не наблюдатель. За такими мелкими делами. Ну ты из храма выскочил и побежал. Я не наблюдатель. Ну, я дорогу без тебя знаю, но побежал. Да, брат. С миром. Я в 10 собираюсь ехать. Я Марину? Давай. Ну давай Марину заберу. Господи, благослови меня. Мою душу грехну. Что? Не, мы не поедем, мы в 10 поедем уже все. Ну, Серега дает. Ну, Серега дает. Ну ладно, в 10, ага. Давай. Дело куриного выеденного яйца не стоит, по-моему. Поднял этот вопрос. Ну вообще, ну Серега дает. Дело куриного яйца не стоит. Я вообще удивляюсь над тобой. Да куриного яйца это дело не стоит. А ты поднял ее до небес. Ну вообще, Серега дает. А ко Христу ты почему не подошел? Ну вообще, Серега дает. Ну мы утром были, ну, я. Ты, это, ну, как говорится, это, за небес пыль поднял. Ну, Василий, ну я помню, что ты одел ту куртку, которая у тебя была. Да это куриного яйца не стоит это. Ну зачем это обсуждать-то? Это неприлично это христианину. Ну а прилично меня посылать, вот это вот все. Вот этим животным обзывать.
Ну, ты достал меня, так я чё? То есть, когда после храма все пошли ко кресту, ты к иконе приложился, взял чужую куртку и вышел из храма. Ну. А почему ты ее не надел? Ты всегда в храме одеваешься. Нет, я в храме не надеваюсь. Тут толпа стоит, толпа, как я ее одену? Ага. Толпа. Ну как я ее надену? Ну ты смотри, Вась, я-то почему тебя заподозрил? У тебя твоя куртка в руках серая. Ты снимаешь еще. Я опять же объясняю. Ну ты что, гусей гонишь, что ли? Вот я зашел в церковь первый. Понятно. Повесил у основания, она была. Угу. На этот крючок повесили еще двое. Так. Вот. Нет, ты говоришь, нет, это нет, твоя куртка. Я тебя сейчас про первую. Это твоя куртка была. Я тебе сейчас. А это была куртка вторая, чужая. Так когда втал. Ну вот я думал, что это моя куртка. Ну, смятение духа. Снял ее, ну, серая, думаю, это моя. В первый раз ты говоришь, или во второй? В первый. В первый. А я-то думаю, это во второй. Это тебя в первый раз-то не видел. То есть в первый раз. Ну, я в смятении духа снял. Серое. Нет. Ты помнишь, когда я тебе. Ну, моя у основания, а я чужую снял. Нет, Вась, смотри. И подхватил ее. Ты помнишь, когда я тебе по спине-то бил? Ну. Вот, с этого момента. Что было до этого момента, я не видел. Я как подходил ко кресту. Я смотрю. Ну, ты... я своим делом занимаюсь, но зачем ты лезешь в мое дело? Да потому что ты снимаешь мою куртку-то. Ну, так я снимаю-то, чтобы свою взять. Она вот, я тебе по спине бью. Ну, говорю, так... Вась, это моя куртка. Ты, потому ты что... бы сказал, сними мою куртку. А мне нельзя в храме говорить-то. Ну, смотри. Не промолчал бы. Да, я бы снял ее. Я тебе махнул. Ну и ты бы сказал, что это моя куртка, и все. Да ты и, че? И все бы, весь разговор. Ну, я тебе постучал, ты отошел в сторону. Так дело было. Ну, было так. Я потом снял свою куртку. Ну и все. Что было дальше? И дальше я снял свою куртку и повесил эту, которая не моя. Алло. Ага. Любовь Николаевну договорилась взять еще. Не, у меня Василий, Любовь Николаевна. Двое. Ой. Ё-моё! Давай, за Бога. Ё-моё! Куда я попал? Где мои вещи? Ё-моё! Куда я попал? Где мои вещи? Твои вещи все на месте? Ничего у тебя не пропало, когда ты у меня жил? Да я смеюсь просто в душе. Ё-моё! Куда я попал? Где мои вещи? Да это его единого яйца не стоит это дело, и ты прицепился к нему. Ой. Ну, Серега дает, пыль до небес поднял. Вась. Ну, единого яйца это дело не стоит. А ты поднял пыль до небес, да. Ну, зачем это? Вася, я бы не поднял бы пыль. Зачем пыли... это, Серега? Никакой пыли нету, я Серега, с тобой разговариваю. Зачем это, а? Я не когда... красуйся, не красуйся над собой. Не красуйся, я тебе советую. Не красуйся над собой. Да я не над собой красуюсь. Не красуйся над собой. Я когда подошел к тебе. Не красуйся над собой. Увидел, что ты снимаешь. Ну замяли это дело и все. Две куртки. Ну, я говорю, вы единого яйца не стоит это дело. Замяли это дело и все. А что ты так волнуешься-то, если ты не виноват, ни в чем? Че, почему такое негодование на меня или что? Да. Ага. Ладно. Без Бога.
Да тебя просто занесло не в ту степь, и ты признайся, и все. Ну не в ту степь тебя занесло, и все. Ну зачем? Я делаю свое дело. Ну а ты меня это... Ну какое ты свое дело? Как бы в морду бьешь мне. Ну зачем это, а? Как бы ты в морду мне бьешь, я дело свое делаю. Ты зачем мне в морду бьешь? Чем я тебе в морду бью? Ну то, что я свое дело делаю, так... снимаю, достаю свою куртку, а ты мне не даешь. Ну как бы ты в морду мне ударил этим делом? Алло. Ой, извините, я сейчас занят, я вам перезвоню, хорошо? То есть ты утверждаешь, что ты после того, как я тебе не дал свою куртку снять, ну. Ну, далее. Я вот с этого момента. Я вот с этого момента не помню, Василий, как это было-то. То есть ну, я снял две куртки. Ну я снимаю свою куртку, ты мне не даешь. Не даю, потому что я. Ну, ты этим мне в морду ударил. Ну, образно говоря, ты в морду мне ударил этим хамлом своим. Ну твоя. Хамлом своим, ты меня в морду ударил. Вась, ну твоя-то куртка. Ну ты хамлом своим попер на меня в морду, как бы мне ударил. Я делаю свое дело, а ты мне не даешь. Какое свое дело? Какое сделать. Свое дело? Твоя куртка лежала. Ну я свое дело делаю. Ну зачем ты это? Зачем мне мешаю свое дело сделать? Вась, а вот ты, которая вот эта куртка у тебя на локте ну, лежала? Я считаю, сейчас дошло на меня. Ты просто мне нахамил и все. Чем я тебе нахамил-то? Я смотрю. Ну я свое дело делаю, ты. А ну, ты нахамил мне. Ну, как не дал это? Мне свое дело сделать. Какое свое дело? Снять свою куртку, вот, которая висела. Да твоя куртка у тебя уже была снята, на плече лежала. Это была чужая, я только что зашел. Да ты же ее одел. Я не одевал. Тут-то я тебе не дал снять. Я вышел, зачем я в толпе буду чужую куртку надевать? Ну ты, Серега, даешь. Я вообще над тобой тащусь. Тащусь просто над тобой. Я не знаю... То есть я тебя несправедливо заподозрил. Ну, я делаю свое дело. Ну, свое ну, дело. А ты, смотри, моя куртка висит сверху. Хамовитым своим делом меня как бы в морду бьешь. Ну, морду, что я тебя заподозрил. Ну, что я делаю-то, что? Ну, ты ничего такого как не как бы делаешь. Что-то непотребное я что-то делаю. Ну, я заподозрил тебя, говорю, зачем ты снимаешь чужую куртку? Кому-то в карман полез. Тебе это неприятно, что я тебя подозреваю в том, что ты хотел... Ну, хамовито я это дело просто. Поперек моего дела, как-то со спины, как будто я какой преступник, на меня набросился. Я делаю свое дело. А ты что, думал, что я какой преступник? Конечно. Конечно. Я свою куртку снимать хотел. Дошло до тебя. А вот до этого ты как эту куртку первую-то снял? Где она висела? Она висела вот у меня. До того, как она у тебя показалась на локте-то. Первый раз, когда я еще к кресту я не видел, пока я тебя еще не это. Ну, это я уже с крыльца пришел, когда увидел, что это не моя куртка. А где она висела? Вот здесь. Нет. Ну как нет? Нет, до того, как ты ее снял. Твоя куртка, она висела под моей. Я снял-то без тебя ее. Я снял ее и пошел на выход. А где ты ее на снял? На крыльцо вышел. А смотрю, где... куртка не моя. А где она висела, вот эта первая? Первая? Вот, объясняю, на пальцах. Да не доходчиво. Вот моя висела. Я зашел первую в церковь. В основании вот она висела. Ты, да, потом на твою повесил. Ну, повесил ты, наверное. Да, да. Ну да. Вот и все. Хорошо. Ну а на твою куртку кто-то чужой повесил. Женщина. Ага. Женщина повесила. Ага.
Серую тоже. Ну, я смотрю, серая куртка, думаю, моя. Угу. Я ее снял и пошел на выход. Ну и все. А в чем дело? Ну, а Вась, мне показалось, что ты ее надел. Которая вот, с которой ты вернулся, как ты говоришь. Я-то не видел, что ты вернулся-то. Потому что, Серега, гусей гонишь? Потому что... Те... Ну ты что, гусей гонишь, что ли? Хорошо, я... Я вышел на крыльцо, смотрю, не моя куртка, женская. Ну женскую куртку я бы что стал надевать? Ну ты даешь. Да ты вообще, я над тобой тащусь. Ну хорошо. Ну я тащусь над тобой. Ладно, но я мог, там народу было много, смотри, я-то свою снимаю куртку. Ну? Одеваюсь, я потому что в храме одеваюсь. Ну. Я свою куртку знаю, ну, она у меня единственная, там синяя. Ну. Я когда пришел, я в храме повесил ее на, наверное, ну, на серую сверху повесил. Ну, ну моя эта куртка была в основании. Вот. Вот, вот и... в основании. Вот. Ну а ты на мою куртку повесил, на этот крючок же. Да, да. Ну а потом женщина повесила на этот же крючок. Ну вот и все дела. Вот, а я смотрю, ты свою куртку, которую ты говоришь-то, ну. Одна у тебя в руках, из-под низу, из-под моей, моя-то сверху, мою надо сначала, ну, дать. Я тебе, ну, по спине и хлопаю, Вась, ну, давай. Ну, я хотел обои сверху снять, и твою, и свою. Да ты мою не трогал, ты свою снизу хотел вытащить через мою, а это невозможно. Поэтому я и вмешался. Ну, как невозможно-то? Я говорю, дай сначала я свою сниму, а потом ты свою снимешь. Ну, я свою бы снял, и это бы оказалось между моей рукой, и это я бы подхватил, и все дела. Ну, я-то знаю, что делаю. Вот, я тебя отстранил, или ну, там ты все. Сам отстранился, я свою куртку снял. Ну, и все. Стал одевать. Ну, и все дела. С этого момента ты что сделал? Ну, это висело здесь. Угу. Я свою куртку снял. Эту повесил на место и пошел на выход. И все дела. А, пошел на выход одетый или раздетый? Раздетый. А, так я не заметил, как ты эти куртки подменил-то. Поэтому я и подозреваю тебя в воровстве-то, чужой куртки-то. То есть пока я одевался, ты вот эту куртку... В воровстве чужой куртки. Да я без тебя ее вынес на улицу-то. Тебя не было. Ну да. Чужой. Ну я на крыльцо вышел, смотрю, куртка не моя. Ну а зачем я женскую куртку буду надевать? У меня? Ну, захожу с крыльца, смотрю, Любовь Николаевна. Ну. Я вот видел, что на у тебя на плече вот эта серая куртка, она вот та тоже была с капюшоном-то. Ну серая, я ее взял. Которая женская. Ну. А с капюшоном та была. Да не знаю, я серая и все. И... Я смотрю, твоя куртка у тебя в руках. Она серая, я-то понял, что это твоя. Ты... Да не моя это была. Понятно, села. Но я-то думал, что она, ну, твоя. Ну... Я ее даже и не видел, там твоя или не твоя. Только помню, что ну ты... Ну и все. Что ты... Ну ты пришел в своей куртке-то сейчас. Ну вон она висит. А та-то, которая на плече у тебя, ты ее куда дел? Повесил обратно? На крючок? Или... Ну так я свою снял, повесил на крючок. Вот этого момента я что-то не помню. Ну ты даешь, Серега. Угореть можно вообще. Но выеденного яйца не стоит дела. Он. Ну, вы... Пыль до небес поднят. Ну ты даешь, Серега. А вот эта первая куртка, которую, с которой ты выходил, она сверху висела, да? Которую ты самую первую снял, женскую-то. Я думал, моя серая, ну. Она самая верхняя. Ну, просто я как бы мозгами не сообразил, просто серая и все. Ну, взял, думал, моя. На твоем же крючке, она там получалась. Но... Когда ты подошел, эта серая висела, потом моя синяя и еще одна твоя серая, но... да. Все, разобрались теперь. А я думаю, подхожу, как ты так, твоя куртка серая в руках, ты снимаешь мою куртку и еще, я говорю, Вась, зачем? Одевайся, пошли, я-то че, ты же. Не, ну если я что делаю, ну а зачем мне мешать-то? Да я тебе не мешал, потому что та-то моя была куртка-то.
Я вижу, что ты мою куртку снимаешь и снять не можешь, потому что народу. Я хотел тебе и помочь, чтобы я свою снял, а потом ты свою снял. А потом смотрю, та-то у тебя, а я тебе и говорю, ты зачем чужую-то снимаешь, когда у тебя в руках-то уже серая стоит? Я-то же не знал, что ты подходил бы как со всеми ко Христу, и ничего бы этого не было. Ну ты бы просто со стороны понаблюдал, что я делаю. Да мне когда наблюдать? За шею-то меня толкать, что я делаю. Ну я делаю, наверное, что знаю, что я делаю. Если бы я не знал, что я делаю, зачем бы я это делал? Так ты только до этого говоришь, что в смятении духа снял чужую куртку и вышел из храма. Значит, ты не знаешь, что делать. Ты ж дух смеченный у тебя. Вернулся-то я за своей курткой. Вернулся за это своей. Это висело на локте. Вот. Слава тебе, Господи, разобрались. Прости меня, Василий, Христа ради. То прощаю. Бог простит. Давай помолимся. Господи, прости нас грешных. Прости меня, Господи, что зря Василия подозревал в воровстве. Господи. Слава тебе. Благодарим Тебя за этот праздник, Господи, за то, что сподобил нас дожить до сих дней, то, что терпишь нас грешные, Господи, слава Тебе. Прости, если в чем согрешили мы в этом разговоре, обидели кого зря, прости нас, Господи. Прости, что зря подозревал Василия, Господи. Ты меня, Василий, прости Христа ради. Да я прощаю, Бог прости. Вась, ну прости. Прости. Да я прощаю, Бог прости. Ну, мы же христиане, должны любить друг друга. Я что думал? Ну, ты думал, преступник какой-то. Ну, преступника поймал. Сейчас начнет вытаскивать. С поличным. Ты просто со всеми... Начнет пояс подрывать на себе. Надо просто со всеми все делать. Да, мужик с бородой, с храма раньше всех выходит с чужой курткой, мало ли что. Потом заходит с курткой. Я все этого не видел. Я тебя поэтому спросил, почему ты ко Христу-то не стал подходить? Вот. А я, оказывается, я в этом виноват, что. Вот. Давай. С Богом.